И всем привет, ребята, с вами я, Нюберг Дайнфин, и сегодня, ребята, мы будем с вами крафтить броню из радуги. Представляете, ребята, мы, точнее, я уже накопал всякие эти ископаемые в шахте и нашел разноцветные ископаемые, во. И сегодня мы будем с вами крафтить радугу, и это будет супер-пупер офигенно, ребята. И смотрите, короче, я купил себе новый домик в такой вот замечательной деревне, вы можете посмотреть на карту. Так, сейчас я вам покажу карту. Вот она, смотрите, какая здоровущая. И вот мой подъезд. То есть, смотрите, вот первый подъезд и мой второй подъезд. Тут целых раз, два, три, четыре, пять подъездов. Представляете, и вот мой второй подъезд. Я тут живу. И давайте, ребята, уже я вам покажу, что в моем доме есть, вообще находится. Смотрите, как он красивенький такой. Вот я его купил всего лишь за 1000 алмазиков. Представляете? Всего лишь за 1000 алмазиков, блин. Это вообще, не, ну, по сравнению, конечно, там еще есть такие дома, там вообще офигеть какие, я вам потом покажу. Так, и давайте пока мы с вами спустимся и пойдем, я вам покажу наш домик. Так, житель, ты не в своем домике, уйди отсюда. Так, смотрите, вот, блин, уже жители ко мне пришли, тупые. Это мой домик, уходите, я вас не звал, идите нафиг. Вот, тут я сплю, тут, там я жителей принимаю, тут они тоже спят, отдыхают, мои гости. А тут, внизу, у меня тоже, типа, такой телевизор, вот, картины тут все. А вот тут, вот, у меня крафтельная, ребята. Сейчас я с вами туда спущусь и покажу, что там. И смотрите, у меня тут висит такая табличка. В общем, надо решить вот такой вот пример. 20 минус 10 минус 6, ребята. Очень много минусов. Вон, смотрите, ребята, вон слева от вас, вон, висит табличка 20 минус 10 минус 6. Вот такой. И надо решить этот пример, ребята, вот, обязательно. Обязательно. Так, и давайте уже скрафтим нашу, как ее, радужную броню, ребят. Смотрите, как она крафтится. Нам понадобится синяя броня, потом зеленая броня, потом фиолетовая броня, потом вот такие вот бленки, и получится вот такая вот блянька. Офигеть, все цвета радуги нужны нам. И давайте уже начнем крафтить нашу броню. Вот так. Давайте возьмем вот зелененькое, это, как ее... Это как её, ископаемая. Вот, оранжевенькая, желтая руда, красненькая руда. Все, все цвета у нас есть. И давайте перейдем к крафту. Так, для начала нам надо скрафтить синюю броню. То есть вот так она крафтится. Смотрите, хопа. Вот так вот, отлично. Теперь нам надо скрафтить зеленую броню. Ага, то есть она крафтится. Кладем синюю и заполняем все зеленую. Вот так вот, ага, у нас получилось. И теперь нам надо скрафтить фиолетовую броню. Вот сюда вот кладем зеленую броню и заполняем все сиреневой броней. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Теперь нам надо до конца скрафтить синюю броню, еще скрафтить зеленую броню и скрафтить еще одну синюю броню. Вот столько нам понадобится, очень много руды для этой, для этих бронь. Ну-ка давайте посмотрим, сколько она нам придаст. Так, три этих защиты она нам придала. Давайте посмотрим, сколько зеленая. Ага, 3,5, а фиолетовая целых 4,5. Неплохо, да, ребята. Относительно неплохо, ребята. Так, давайте посмотрим, что теперь надо скрафтить. Ага, то есть синяя, зеленая и фиолетовая у нас получится. Вот такая вот какая-то ингредиентовая броня. Так, окей. Кладем вот сюда вот. И у нас получается реально cool чинсплейте какое-то. Во. И теперь нам надо скрафтить вот такую броню. Пипец, ребята, сколько много крафтов. Вы не представляете, как это затратно по ресурсам. Очень много ресурсов для этого понадобится. И давайте с вами наденем эту броню. Так, всего лишь 4 брони. Одна фиолетовая больше придавали, пипец. Вот это нас, походу, наврали нам. Это вообще не прикольно, я вам скажу. Так, ага, оранжевенькую нам надо скрафтить. Ага, скрафтили. Так, а где? А вот, классная баня, скрафтили. И теперь нам надо скрафтить какую-то там баню. Классную, желтенькую броню нам надо скрафтить с вами, ребята. Так, вот так вот и кладем. Так, все, желтенькая броня у нас есть. Отлично. И теперь нам остается докрафтить только красную и оранжевую. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Отлично. Так, где у нас оранжевенькая броня? Вот она, точнее, изумруда оранжевенькие. Вот.
И остается докрафтить красненькую броню. Все, ребята, все цвета радуги у нас в броне есть, и нам остается только их соединить. Вот, и давайте ее попробуем надеть. Вот, дождь 4 штучки. И давайте до конца докрафтим нашу броню. Офигеть, ребята, смотрите, мы с вами скрафтили радужную броню, пипец, давайте с вами оденем ее. Хопа, вау, вот это она прикольная, слушайте, смотрите, что нам, силу 2, нифига себе, вот это, ну согласитесь, прикольная же броня, да, вообще, опупеть, опупенские, вообще, опупенские, вот такая вот броня, я думаю, можно скрафтить еще радужную шлем или ботинки. Давайте с вами скрафтим ботинки. Ага. То есть, давайте возьмем их из режима бога, я думаю. А то это очень долго займет у нас времени. Так. Так, я взял какой-то спавань, какой-то непонятный. Так, вот. Раз, два, три. Ну, мы, в принципе, с вами один предмет... Нифига себе! Что она дает? Офигеть! Ну-ка, давайте с вами выйдем. Вот так вот, закройтесь. О! Так, о, все, отлично. Выйдем из режима бога. Так, летать она нас не умеет. Блин, это плохо. Жители, смотрите, какая у меня супер-пупер-броня. Во! Так, давайте посмотрим, что она вообще дает. Так, скорость 2, ускорение 2. Это, то есть мы с вами быстрее стали бегать, ребята, это прикольно. Так, силу 2. Так, мы сейчас с вами все испытаем. Восстановление 2, огнестойкость 2. Дыхание под водой 2. То есть мы с вами сможем дышать под водой? Ну-ка. У нас есть, кстати, тут такой пирс небольшой. Так. Давайте, не достаем, придется нам по-нормальному зайти. Так, садимся, нажимаем на кнопочку и поехали, ребята. Вау, такой вот у нас пирс тут есть. А куда он нас везет, я точно не помню. Так, угу, он везет нас на другую сторону острова. Я понял. Так, мы с вами куда-то приехали. Я вижу какой-то реально остров. Необитаемый, по-моему. Так. И давайте уже испытаем нашу броню. О, будем на этом острове испытывать наши все броньки, все мечи, все на свете будем. Кстати, обязательно будет видео по крафту радужной кирки и радужному мечу. Вот. И может там лук будет, я не помню уже, что там еще есть. Но обязательно все будет, ребята. Так, давайте переключаемся и давайте нырнем под воду. Опа! Дыхание задержали. Опа. Ну-ка, вообще, смотрите, не тратятся эти пузыречки. Мы можем миллион лет находиться под этой водой, и ничего нам не будет. Вот это вот прикольно. Так, угу. Давайте с вами протестим ее. Возьмем. Точнее, сделаем сначала time set night, ночь. И возьмем пару с зомби. Вот только. Так, давайте с вами сделаем вот такую вот огородочку. Сейчас я вас научу, что делать, кое-что. Так, нет, давайте побольше вот так вот сделаем. Ага, вот так вот. Получается потом вот так вот. Все у нас получается. Вот так вот. Вот такой вот делаем, я не знаю, что. И спавним вот так вот зомби. Спавним. Опа, один вылез, блин, тупой зомби. Так, ну мы с вами сейчас немножечко натыкаем зомби. И потом посмотрим, смогут они ли нас убить. Ого, нифига себе, там золотой зомби выпали. Вот это вот опасненько, я думаю, будет. Так, ну я думаю, столько зомби пока хватит. Давайте включим гамми моды 0. И он нас вообще не трогает. Ой, он походу баранулся. Ой, что это с этим маленьким зомби не так? Смотрите, он Майкл Джексон, он такой лунной походкой идет. Ну что, ребята, готовы туда прыгнуть? Они нас вообще не бьют. Опа, бьют. А без нее не... Ой, если мы надеваем, то они нас бьют? Ой, не бьют, точнее. Пипец, это что за странные зомби такие? Я не пойму. Пипец, это то есть в этой броне нас вообще никто не будет бить. Прикол. Ну-ка. То есть мы для них стали авторитетами или мирными существами. Пипец, ребята, вот это прикол.
Вот это я не ожидал такого от этих тупых зомби. Ну-ка, давайте откроем их. Вот так вот понеслась вода горячая по трубам заводским. Вот так вот, смотрите, все, короче, все зомби вышли. И давайте снимем эту... Все, они начинают нас колотить. Пипец, ребята. Но это какие-то очень странные зомби, потому что если я снимаю свою броню, то они нас начинают атаковать. А если я, смотрите, надеваю ее, то все, я для них король зомби. Вот это прикол. Я стал для них королем зомби. Ха, прикольно. Согласитесь? Они даже за мной идут. Смотрите. Нифига себе. Эта армия за мной идет. Пипец, ребята, согласитесь? Какой-то реально пипец. Ну-ка, давайте теперь испытаем эту броню на взрывоопасность. Так, давайте выключим этих тупых зомби. О, отлично. Так, и включим таймсет day. Вот, все, включили мы с вами таймсет day. Давайте вот эту всю фигню сломаем. Отлично. Вот так вот и вот так вот, все. И ставим тинчишки. Так, тинчишки у нас находятся вот тут вот. Так, красный факел вот тут вот. И давайте сделаем вот такую вот тинчишную ловушку. Так, вот тут вот ставим. Вот так вот, так. Получается, нам надо вот тут вот уже начинать ставить вот так вот тинтивки. Вот так вот ставим, вот тут вот. Опа. Вот так вот. Вот тут я буду стоять. А, или нет, я могу еще. Не, буду тут стоять, да. Так, вот так вот ставим. Ага, загораживаем себя тинтишками полностью. Чтобы побольше урона нам нанеслось. Так, и как бы нам поставить факел? Так, давайте на сложную. Интересно, мы взорвемся вообще? Вот так вот. Ломаем факел. Так, а почему не ставится? Ну ладно. Ну-ка. Опа, нифига себе нас подкинуло. Пипец, ребята. Но нам в итоге вообще ничего не нанесло. И давайте с вами попробуем упасть с высокой высоты. Так, возьмем для этого любой вообще совершенно блок. Вот такой вот. И понеслась наверх. Такой вот высокий. Тотем мы с вами сейчас поставим. Так, я думаю, смотрите, мы на высоте 120 блоков, а мы давайте 200 с вами сможем, интересно, давайте 200 попробуем осилить, и с 200 высоты с вами упадем. Так, ну мы уже, ой, чуть не упал. Так, мы уже с вами почти не видим землю нашу с вами, ребят, ну это вообще пипец, мы с вами поднялись. Так, все, 201 даже. Так, выключаем режим бога и понеслась. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Что? Я как будто в режиме бога, только не умею улетать. Ну это вообще пипец, реально крутая броня, ребят. Я вам согласитесь со мной. Кстати, оцените эту броню от 1 до 5, ребята. Вообще будет офигенно, если вы оцените. Я буду смотреть на ваши комментарии. И что ж, ребята, мы с вами вроде бы как полностью оценили нашу, как ее... радужную броню. И с вами возвращаемся домой, ребят, чтобы завершить этот видос, ребята. Огромнейшее спасибо те, кто посмотрел этот видос. Обязательно поставьте лайк, обязательно решите пример, который был в начале видеоролика. Обязательно зовите своих друзей, близких, родственников, всех одноклассников. Всех зовите. С вами был Даня Финнуп, ребята. Всем удачи и всем пока.